не переживай ты так. Он Мишустин обещал пятнашку вернуть. Так что все нормально, отдыхаем. Лё, занимаешься? Чё вы там, пацаны, как сами двигаетесь? Это вот про них, что на свадьбах пальба. Они тачки занижают, и присутствует у них лезгинка. Моя любимая. А может, к черту любовь? Вдруг понимает Марат, идет на парад. Алексей, я оттягивал как мог, но сейчас тебе. Я ж не поющий. Спасибо, меха. Боже, кто ж это пишет все? Нет, все-таки этот лист. Простите, пожалуйста. На отдых приехала Света найти, чтоб себе жениха. Все люди хоть как-то одеты, на свете одни жемчуга. Как ты мне надоел! Я надоел, да? Так? Кать, а кто все эти люди? Не, ну то есть вам можно на сцену бывших выводить, а мне нет? Ребята, знакомьтесь, это КВН. Ну конечно, с родителями такую толпу полгода знакомить проще с КВН. Так, может быть, хватит уже? Простите, извините. Катенька, я давно за вами слежу. Езжу на все игры. В общем, выходите за меня, а то в девках так и останетесь. Ну что, расстраивать пацана, нет? Братан, понимаешь, такое дело, в девки обратно не забирают. Да отвали ты! Слушай, Денис, я вот смотрю, молодой человек Катеньке цветы подарил, предложение сделал. А ты никогда ничего подобного для меня не делал. Это я ничего не делал. Да я, может, эту команду создал, чтобы хоть так быть рядом с тобой. Да ну и нафиг эту команду! Дмитрий, смотрите, ну-ка. Сейчас вам нужно будет отыграть моего бывшего. Ну, я, конечно, понимаю, от такой красоты сложно отказаться, но вы же артист. Ну что, начинаем? Кажется, я ненужное звено в этой цепочке. Да нормально. Дмитрий, вы знаете, наверное... Молодец. Сыны мои! Россияне! Дмитрий, дайте сказать. Господи, какие же вы лома, дайте обниматься. Гипотенуза катит, понятно, да, когда Дмитрий последний раз с математикой сталкивался? Да это не важно. Вот она, гордость России. Гордость России, я вижу. Женщины в зале плачут. Это его мать! Это его мать, успокойтесь. Да это слезы радости. Парень пришел в новую школу и сразу захотел проблем. Привет только русским. Они думали, мы упадем. Тракторист 25 лет жил со своей женой. Они любили друг друга, пока он как-то раз не посмотрел норвежский сериал «Лесорубы вперед». Влюбился в актрису из этого сериала и однажды ночью собрал вещи и зашел в спальню последний раз посмотреть на жену перед тем, как уехать на тракторе в Осло. Маршрут построен. В спальню к норвежской актрисе. Ночью заходит какой-то мужик. Вы приехали. Спи. Ну и в конце нашего выступления мы бы хотели сыграть с командами в музыкальный биатлон. Или чё? Вы не готовились, что ли?
поклон! «19.30 ДГТУ Ростов-на-Дону». «Вологодские росы». «Сборная молодых ученых Росатома». «Сборная бывших Тула». «Сборная ЧГУ». «Плюс 7». Обними меня сильней. Видишь, я бегу навстречу. Так, вы нас окончательно достали, мы выгоняем вас из команды. Делайте, что хотите. Фидос, мы теперь отдельная команда КВН. Всегда хотели так выступать. А не думали, мы упадем. Что-то там нравится, нравится. Они даже текст песни не полностью выучили. Евгений Петросян прячет от жены алмазы. Маменко Гальцев быстро в подвал. Они думали, мы упадем. Что-то там, та-та-та-та-та-та. Он еще и по ходу текст песни забывает. Обними меня сильней. Но не очко обычно губит, а к 11 и туз.